мы встречаемся в вечер замечательного праздника с 6 по 13 отмечается Ханука. И вот уже второй раз Ханука привлекает на эту сцену не только музыку академическую, пронизанную глубокой духовностью, историческим авторитетом, но и музыку джазовую. Вы услышите импровизации. Сегодня впервые на сцене «Белый рояль», что делает этот вечер особо привлекательным и значимым для всех тех, кто пришел послушать хорошую музыку. Ханука – удивительный праздник, связанный с мудростью, духовностью, преодолением всех невзгод ради чувства счастья, надежды и укрепления веры. Сегодня нам с вами предстоит укрепить свою веру в значение музыкального искусства. Освобождение души от зажима, боли, страдания. Где-то ненависти, где-то непонимания. И я надеюсь, что мы все вместе сегодня достигнем чудес прекрасного. Это будет музыка в исполнении отличных профессионалов. Сегодняшний концерт импровизационный и по сути, и по содержанию. Такого еще не было. Идеологом подобной программы стал в который раз Михаил Павлович Фрейдлин, организатор международного джазового карнавала, идеолога новой уникальной программы международного конкурса «Мастер Джем Фест». И на этой сцене разворачивается прекрасное его детище «Мастер Джем Клуб». Выступают музыканты разного возраста, разного стиля, но все они в единстве достигают главного – убеждения слушателя в прекрасных возможностях музыки – порадовать, очаровать, испытать чувство восторга. Нам сегодня предстоит попробовать при этом пончики. Вы видели зажженные свечи, миноры. И все сегодня в звуках музыки, прекрасных инструментов подарит вам незабываемый вечер. Теплый, искренний, очень важный. Для нас сегодня именно в это время. В сегодняшней программе выступит замечательный коллектив. Он насчитывает уже более десятка лет, созданный в 2003 году струнный квинтет в своем репертуаре содержит более 300 произведений, дал огромное количество концертов не только в городах Украины, но и Германии, Польши и Испании. Этих музыкантов знают и как солистов, и как прекрасных преподавателей-наставников. У каждого есть свой проект, своя официальная работа, но в квинтете они живут другой жизнью. Ансамблисты – это люди, которые прекрасно чувствуют и свой инструмент, и инструмент всего коллектива. Потому не буду вас томить, приглашая на сцену великолепных музыкантов. Первая скрипка и создатель ансамбля Елена Ергиева. Скрипка Елена Ионова. Артист Михаил Васильев и контрабасист Андрей Силин занимают свои места. Программу открывает замечательное произведение, хорошо известное поклонникам музыки эпохи барокко и музыки, которая всегда дарит оптимизм и хорошее настроение. Антонио Виварди. Финал второго концерта для скрипки с камер-оркестром. «Гроза» исполняет квинтет «Эскиз». Thank you.
постанет шедевр, известный в сюите Иоганна Себастьяна Баха. Это знаменитая ария, которая имеет разные интерпретации. Сегодня вы слушаете ее в жанре квартета, квинтета. Репертуаре этого замечательного коллектива более 300 произведений. Но не менее важно, что подобраны и созданы были несколько программ, конечно, Бахиана, конечно, «Времена года», была история танго, была программа под названием «Юмор в музыке», «Вальсы и польки Штрауса». Сегодня перед вами новый проект, новое объединение синтеза академической музыки и музыки джазовой. Речь пойдет о том, что, отмечая важность, влияние и почтение к Баху уже более 300 лет, сегодня мы отмечаем столетие не менее известного музыканта в области джазовой музыки. 29 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Билли Стрейхорна. Этого музыканта очень хорошо знают рядом с именем Дюка Эллингтона. Это тот музыкант, который подарил оркестру и ансамблям Эллингтона около 200 произведений. Одно из них стало визитной карточкой оркестра Эллингтона. За роялем Глеб Топкалов. По причине того, что обозначенный специальный гость программы Алексей Петухов нездоров, Глеб Топкалов занимает место за белым роялем. Приветствую музыканта, который буквально за короткую репетицию с лета вошел в этот замечательный состав. И за барабанами Андрей
гончаров, поскольку речь идет о джазовой аранжировке, то у нас сегодня впервые то, что называется третьим течением – академическая и джазовая музыка. «Садись, поезд А», Билли Стрейхерн, «Эскиз» и солисты – специальные гости программы. «Виртуозы Москвы» Спивакова. Это была чудесная композиция Лероя Андерсена «Пустячок». Сегодня в исполнении виртуозов Одессы вы услышите это замечательное, очень эмоциональное, очень легкое, изящное произведение. Thank you.
определенное путешествие во времени, в пространстве, по городам и континентам. Мы начали с итальянского мастера, монаха из Венеции Вивальди, слушали музыку великого Баха, рожденного в Германии, всю жизнь прожившего в Германии, американский пустячок Андерсона, и вновь возвращаемся в Италию. Но говоря о том, что все флаги в гости к нам, все стили в гости к нам, не лишним будет сказать, что дальше прозвучит минуэт. Минуэт – король танцев, балов, аристократических, дворцовых приемов 17, 18 и даже 19 века. И минуэт этот особенный. Бальцони написал его специально на открытие оперного театра «Ла Скала». Сегодня он продолжает нашу программу и, надеюсь, для вас открывает мастерство квинтета «Эскиз». Классики и джаза. Прозвучит три композиции. Одна из них впрямую касается
прародительницы джаза, это музыки в стиле рэгтайм. Слышите Скотта Джоплина, Easy, Winners и две композиции Крейслера. Это синкопы и маленький венский марш. Thank you.
оркестра. Спасибо, друзья. В выступлении любого коллектива всегда бесценно появление новых произведений. И особая честь, когда коллективу предстоит исполнить премьерный показ произведения молодого автора. Речь идет о пианистке, которая закончила эстрадно-джазовое отделение училища искусств и культуры имени Данькевича, затем академическое специальное фортепиано в Одесской академии музыкальной, и ныне как преподаватель, композитор и аранжировщик Екатерина Михайлуца представляет свое произведение вместе с музыкантами авторитетными, профессиональными. Это действительно премьера, это действительно очень важно и для солистки, и для всех музыкантов. Представлю, в премьере участвуют Елена Ергиева, Елена Ионова, Виктор Васильев, Юлия Жарова, Андрей Селин, Виктор Эскист. За барабанами Андрей Гончаров, автор, исполнитель, за белым роялем Екатерина Михайлуца. Thank you.
музыкантов, авторов, и благодаря профессионалам, кто поддерживает, кто исполняет музыку, эта музыка живет, и юные таланты, молодые таланты утверждаются в своем творчестве. Я надеюсь, при ваших аплодисментах это очень достойное начало карьеры. Спасибо. В заключение прозвучит три произведения. Два из них будут посвящены жанру вальса. Конечно, Петр Ильич Чайковский. Второй – Лероя Андерсона «Вальсирующий кот». Третье вы узнаете со второй ноты.
Дорогие друзья, это кульминация только первой части нашего вечера. У вас есть возможность поближе рассмотреть, как оформлен замечательный баннер Happy Hanukkah with Bate Grant. Обратите внимание на то, как вам предлагают, насколько свободно, живо и нестандартно отметить этот праздник. В вестибюле на первом этаже выставка картин, на втором этаже Анна Русакова представляет свои работы, а также пончик тайм. Перерыв 15 минут. Мы продолжаем второе отделение с замечательным коллективом музыкантов квинтета «Эскиз». Продолжаем снова темой итальянского мастера на все времена Антонио Вивальди. Концерт номер 4 для скрипки с камерным оркестром «Зима», часть 1. Елена Ергиева, Елена Ионова, Юлия Жарова, альт Михаил Васильев и басист Андрей Селин. Thank you.
Продолжая зимнюю тему, мы с вами сейчас совершим очаровательную поездку на санях вместе с автором Лероем Андерсоном и ансамблем «Эскиз». Ну а далее акцентируем джазовую тему. Это одна из самых символичных, самых характерных пьес эпохи свинга, связанная с творчеством коллектива Глена Миллера. Итак, «Зима». Thank you.
мелодия Джо Гарланда «In the Mood» в настроении получила всемирную популярность благодаря фантастическому распространению любви к фильму «Серенада солнечной долины». Оттуда, собственно, джаз пришел в Европу и покорил сердца слушателей, сердца музыкантов. И если вы помните, сюжетная канва развивалась в горном курорте под названием «Солнечная долина», и это был этакий рекламный фильм. Но музыка осталась, безусловно, не только с зимней тематикой, но с улыбающимися музыкантами и прекрасным свингующим оркестром. Наша программа продолжит музыка еще из одного фильма, который тоже имеет популярность, тоже имеет широкое распространение, но наполнен исключительной болью, трагедией и вместе с тем светом надежды и оптимизма. Это знаменитый фильм «Список Шиндлера». И мелодия, которая всегда трогает сердца в любом конце земного шара, это мелодия Джо Вильямса, которая сегодня прозвучит в аранжировке Елены Ионовой. Если вы помните фильм, это исполняет симфонический оркестр. Сегодня компактный, маленький оркестр, квинтет, благодаря Елене Ионовой. Слушаем «Список Шиндлера», мелодия Джо Вильямса.
Спасибо, друзья. Вы заметили, что к ансамблю присоединился Глеб Цапкалов. И я надеюсь, что это украшение, добавление тембра белого рояля, с удовольствием продолжит программу в теме джазового стандарта «The Man I Love» Джорджа Гершвина. Часть программы, и мы слушаем импровизации пианиста за белым роялем.
нам на сцене струнный квинтет «Эскиз». И вам предлагаются две композиции, посвященные птичке и маленькому слоненку. Мирон Полякин «La Canary» и Генри Манчини «Baby Elephant Walk». Thank you.
разные и тоже не менее изысканные композиции Виктора Полторацкого «Сувенир» и снова Лерой Андерсон с пьесой под названием «Плинк, Пленк, Планк». Квинтет «Эскиз». Thank you.
Леонова, Михаил Васильевич, Юлия Жарова, Андрей Сирин, фонтанное программа «Бэйн Бранди». Вам Михаил Павлович Фрейдлина, который поддерживает, придумывает, организует. Михаил Павлович, пожалуйста. Одесса должна знать своих героев. Добрый вечер, друзья. Я на самом деле привык играть в ансамбле. У нас замечательная команда, проекты. И просто хотел всех поздравить с замечательным праздником Ханукой. Сказать, что у нас прошли еще замечательные, и будут. Но пока о тех событиях, которые были, Николая Ивановича Голощапова, гуру джаза, я вообще себе даже не могу представить, что было бы, чего не было бы, если бы не было бы эстрадно-джазового отделения вот в этом училище. У меня такое ощущение, что это не училище, это настоящая консерватория, в отличие от академии музыкальной, которая у нас есть. Но, Николай Яковлевич, у вас было... Я хотел сказать, что у Николая Яковлевича был юбилей, не буду говорить, сколько ему лет, совсем еще юный, 50, где-то так. Мои поздравления публичные. Вот этот проект отчасти посвящен, Коле, и тебе. Рядом сидит Леонид Григорьевич Лербух, который очень любит джаз и вообще сам по себе невероятно джазовый человек, 55. Я хочу, чтобы вы увидели этого человека. Как человек с джазовым мышлением в своем деле, профессионал, как врач, профессионал, да и вообще уникальный человек, творческий, пишет много. И у Феликса Давыдовича Кохрихта тоже был день рождения, недавно мы отмечали его в Северном клубе одесситов. В общем, сплошные праздники. Хотел поблагодарить, хочу поблагодарить замечательный ансамбль. У меня, когда я там сидел, родилась шедевральная одна идея. Я подумал вот о чем. У нас мастер-джем. Мы придумали действительно уникальный проект, когда там известные, всем понятные инструменты импровизируют. Мы их там в любых ситуациях. Они спонтанно это делают. Помните, в русский театр съехались люди, которые не видели никогда друг друга. И на глазах у изумленной публики они в любых стилях. Какое вы делали, что мало не покажется. А сейчас родилась другая идея, джем. И вот сегодня произошла вот эта проба. Мы стали пробовать, казалось бы, академический ансамбль струнный. И вот попробовали с фортепиано, именно с джазом, с классикой. И похоже, что опыт удался. Да, давайте поаплодируем. Такой создали некоторый прецедент. Я думаю, что наверняка в мире много чего подобного, но мы у себя это сейчас делаем. И вот с Николаевичем тут кое-что обсуждал. Кстати, 30 апреля в Музкомете уже забит день на Всемирный день джаза. Как всегда, мы будем его проводить. И вот родилась одна идея такого джема всеобщего с биг-бендом, там, со всеми делами. Но это мы думаем, Николай Ильич думает, от него все зависит, поэтому давайте еще раз ему поаплодируем. И оркестру. Итак,
Кати и Глебу, которые выступали за роялем, и, видимо, Леночка что-то. Ну, так как концерт джазовый, слегка, мы старались приобщиться к джазу. Вот. И нас Николай Яковлевич давно приобщает. И мы... Нам эта музыка очень нравится, и мы учимся играть джаз. То самый джазовый инструмент у нас, конечно, какой? Контрабас, да. И вот сейчас контрабасом мы и закончим. Напись, играем «Слон Сен-Санса». Yeah.